Чтобы покрытие получилось ровным и прочным, асфальтоукладчики проезжают по одному участку несколько раз. Чтобы уложить только верхний слой на улице Красноармейской, потребовалось 200 КАМАЗов асфальтобетонной смеси. На вооружении дорожников опыт и современная техника. Олег Сироткин в профессии уже 15 лет. Нравится работа после полос асфальта. Тебе мне нравится, что красивая дорога. Здесь компьютеры, датчики ультразвуковые у нас стоят. Вот как раз они за слоем следят. Поднимается плита и опускается. И вот слой регулируется выше и ниже. На участке Красноармейской от Урицкого до Максима Горького обновят дорожное покрытие, газоны, бордюры, нанесут разметку, установят дорожные знаки и тактильную плитку. Уже привели в порядок ливневую канализацию и колодцы. Сейчас работы на завершающей стадии. Степень готовности 80%. Ездить по новому асфальту можно будет уже через 6 часов. В целом же ремонт улицы Красноармейской по плану должен закончиться до конца октября. Но работы идут с опережением графика и, скорее всего, движение здесь запустят раньше. Также сейчас в Самаре комплексно ремонтируют Волжский проспект, Максима Горького и Чапаевскую. Качество дороги заметно улучшилось. Машина идет плавно. Не нужно объезжать ямы. Будет повреждение ходовой части. Приятно ездить, комфортно. Красноармейская располагается на гостевом маршруте и примыкает к важным достопримечательностям города – площади Куйбышева и Струковскому саду. Ремонта она требовала давно. Улицу приводят в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Улица с интенсивным движением, соответственно, поэтому основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия мы производим ночью, дабы не мешать автомобилистам. Мы работаем с частичным закрытием движения. Трамвайные рельсы были отремонтированы нами в прошлом году. Согласно муниципального контракта, подрядчик несет гарантию в течение 5 лет. Если за этот срок будут выявлены какие-либо дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет. За качеством нового покрытия тщательно следят на всех этапах ремонта. Регулярно берут пробы асфальта и отправляют в лабораторию. Необходимо, чтобы они соответствовали всем ГОСТам. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, «События».